Итак, фрезерное приспособление для китайского токарного станка, купленного у известного в узких кругах продавца. Ну, для крепления пришлось просверлить резьбу в поперечных салазках. Три отверстия с резьбой М6. Вот. Ну и, собственно, вот, что мы имеем: регулировку по высоте. Вот. Ну и, собственно, поперечная подача, продольная. Все это станочное. Ну что, попробуем фрезернуть вот жертву, в роли которой у нас выступает алюминиевый кругляк. Так. Тормозим шпиндель. Суппорт, естественно. Вот. Ну и понеслась. Собственно, вот что мы имеем. Вполне себе приличная поверхность. На видео, конечно, видно все не очень хорошо, ибо мыльница.